Я без клетки. Есть клетка. Бачел, знаешь, что флеш делает вообще у него? У меня попе. Андрюх. Да, я левел 3 взял. О, этот тоже знает, что у него флеш делает. Это показал другому, как надо было флешнуть. Я без манмон. Nope. Мон, ты там, блядь, вард ковыряешь? Типа да. Она здесь. Ёбнем её. У меня мана не очень много. Мон, ты убил меня? Да. Найс. Можно сбить трейк. Она без мета? Так, на 0.10 сойдет. Найс. Вот он. Фейкер. Бебра. Можешь, Андрюх, когда хочешь. Ну, тут просто так получилось. Но выглядело красиво. Мне там нормальные баллы сломали. У меня именно 16-й Рабадон. Все, забей, это конец игры. Я такие игры не проигрываю. Смайк нету. А? Бывает, брат. Очевидно. Бывает, брат. Роган. Смайта у него нет. Очевидно, блять, что так было. Так, ну я в целом могу всех убить. Я умер, я сам себе убил. Ну, СДшника нету. Найс. Немножко не доиграл. А я вот просто дох. Я ТП сейчас дам на бот. Блядь, ну... Это МТФ, кусочек отлетел. Сейчас будет барон. Стакнется Гэзеринг, у меня будет 1100 АП. Так, у меня уже... Хочешь и Дрейка? Год Дрейка сделаем по приколу. Найдем её. Нюхай. Я в сложность. Давай.
Бля, они без нас выиграли. Смотри, крип, крип. Крип в депрессии. Сейчас секунду. Лайки, не хватило урона. О, чуваки, Роу очень прикольный айтем, да? Потому что, с одной стороны, ты хочешь как можно раньше его купить, чтобы настакать его, но с другой стороны, из-за этого у тебя гораздо раньше будет левел ап с пассивки Роу, да? А ты хочешь левелап как можно позже получить, потому что, допустим, с там, 6 по 7 левел тебе не нужно столько экспы, сколько там с 15 по 16. И в идеале, чтобы роу стакался с 15 на 16. Ну, вы поняли, надеюсь, что я имел в виду. Она не знает, сколько у меня ХП, по идее. Неплохо получилось. Найс. Разыгровочка такая произошла маленькая. Это все. Вот так мы делаем вопросы, решаем. Полуслотовый райс, чуваки. Да-да, не удивляйтесь. 1100, кстати, ровно как я сказал.